Сегодня надо будет как-то разбомбить эти диваны, все поломать, покрошить. Ну хорошо, что вот эта часть отдельная от этой части. Да, еще этот узкие коридоры в этих, блин, подъездах. Там еще цветочки, как обычно, на 5-м этаже будут мешаться. Ну вот. Не знаю, попробую сломать, как получится. Приехали, уже замерили окошечко. Да, каких-то 2-3 недели, сказали, будет делать. Чебурашка и Гена ждут своего часа. Так вот и ломаем, блин, диванчики. Это я уже сломал. Да, мне главное, чтобы она такое была. Вот эти углы все убрать, чтобы проходила все эти повороты, чтобы она была как можно более плоская, как можно меньше величина. Хороший диванчик, наверное, был. Ну такой он весь уже, все тут прокурено, кошаки тут. Фиг знает, может быть, он еще тут зассанный, блин. Ну, вроде как бы не воняет, как бы зассанным. Ну, там вообще какое-то чуть ли не кровавое пятно. Я не знаю. Об этом история умалчивает. Что тут происходило? Так, теперь надо вот эту боковуху тут, боковушку. Такой мягенький диванчик был когда-то. А, так, 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 можем вспороть брюшко. Я уже один раз вскрывал, и даже целый кожаный диван так вскрывал. Очень хороший диван был. Но мы когда в Англии продавали дом, ну там его, ну некуда, блин, ну его не оставишь. И некуда его, не, его вытаскивать. Мне кажется, мы когда его заносили, у нас там не было там одной входной, как бы, такая прихожая. Не было большой входной двери. Мы потом входную дверь еще поставили. Он еле-еле тогда туда залез. Потом я понял, что это нет шансов его вытащить. Тот диван кожаный. Я кожу распарывал там. Ну он реально, там не дермантина, там реально походу кожа была. Я вот это как-то тоже недорого купил бы ушный. Тут все на забито гвоздями, красивенько гвоздиками. Приколочно.
Совсем чуть-чуть осталось. У меня еще пока инструмента тут толком нету. Какой-то ножичек, молоточки, гвоздодер. Вот гвоздодер я еще нормально не взял. Молоток такой загибной, но загибоном есть. Сейчас мы его. Главное, чтобы нигде ничто не отстрельнуло и нигде ничего не повредило меня. Сейчас главное этот угол. А, ну тут он работает как. А, я понял. Полный транспортер запихали. Диванчик. Да, закрывать можно. И это не целый диван еще. Сейчас поедем на мусорку отвозить.